и приведу такой небольшой пример, да, если можно. К примеру, да, задачку небольшую. У вас имеется 2 килограмма зерна. Так. Да? 2 килограмма зерна. Из этого зерна вы выделили своему другу и, скажем, коллеге по 1 килограмму. С учетом возврата не 1 килограмма, а 2 килограмм. Да, то есть с учетом того, что один будет как в качестве процентов. Да? То есть спустя время ваши друзья, коллеги возвращают вам уже не 2 килограмма, а с учетом еще по 1 килограмму, они вам возвращают каждый уже по 2 килограмма, правильно? То есть вы выделили 2 килограмма, да? В итоге получили 4. После, вот эти 2 килограмма вы также передаете еще раз, тем же, неважно, тем же или другим своим коллегам, вы передаете тоже по 2 килограмма, но с учетом, опять же, плюс 1%, плюс 1 килограмма в качестве процентов, да? Что мы имеем? Имеем, по итогу, они, значит, смотрите, простая арифметика. Было выделено 1 плюс 1, 2 плюс 2. Это сколько получается? Сколько получается? Скажи мне, пожалуйста. 6 было выделено, да? Они возвратили с учетом плюс еще процентов по 3. Итого получается 4 плюс 6, 10. Всего-то было возвращено 10, выделено 6, правильно? А в остатке у вас сколько? 6. В остатке у вас 6, а выделено 10. Правильно? Вот и тут каждого местного совета. Да, я, честно говоря, очень интересно было сегодня вас выслушать, и я думаю, что вы раскрыли те самые скобки и положили, наверное, так я думаю, точку в этом вопросе, хотя кого не устраивает, это их личное дело. Мне было все понятно, тем более, что почти и школьнику было понятно, первоклашке, что вы нам сегодня рассказывали и показывали.